Мираторг – лакомство для непродуктивных животных, сушеные говяжьи. Это для меня. Для непродуктивных животных. Угу. Понятно. Доктор Ежи. Тому, кто добавляет букву К на мою дверную табличку, если я тебя поймаю, ты труп. Доктор Ежи. К. Страха нет. Я готовая запеченная котлета на палочке с говядиной. Хочу. О, это же мясное мороженое. Офигеть. Надо заводить новую традицию, чтобы летом есть холодное мороженое, а на зиму придумать какое-то вот горячее мороженое. Например, готовую свиную котлету на палочке, запеченную. Почему он мне не пишет? Да пишу, я пишу, блин. Ресторан «Царь Картошка» не может приготовить заказ, так как у них закончилась картошка. Отмените, пожалуйста. Этот мир построен на лжи. У царя картошки закончилась картошка. Ох, лоль. Я засыпаю. Мозг, смотри, мы падаем. Я просыпаюсь. Мозг. Шутка. Я обязательно съем эту печеньку. Нифига, у попугов же реально, да, такие мощные клювы, что они могут цепляться им за жердочку или там, не знаю, за твою кожу и висеть всем своим весом. Родственники, сколько тебе уже лет? Я 22. Родственники, о, закончил университет и уже работаешь, да? Наверное, и девушка уже есть. Я. Зачем по-больному-то, блин? Музыкантов с рук не кормить. Музыканты. Они, может, только ради этого выступают, блин. Один из крупнейших банков США пригрозил Илону Маску многомиллионными штрафами. Тот ответил, что если иск не отзовут, он влепит им одну звезду на сайте отзывов. Не на того напали. И да, друзья, всем привет! Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка приколов с попугами. Если не видели предыдущий ролик, который вышел на днях, буквально вчера, то обязательно зацените. И смотрите другие мои видосы. Ну а теперь поехали! Мы должны уважать людей, которые носят очки. Они платят кучу денег просто, чтобы увидеть нас. Говорят... Почему я петь начал? Что повезет, если черный кот дорогу перейдет. Бур. Говорят, в школе альпинистов не любят сорванцов. Помираю, ха. Сорванцов. А, сорванцы. Все, понял. Вопрос от непричастных. Что такое Dota 2? По сути, это та же парная игра-стрелялка, но очень сложная. Парная игра-стрелялка. Со множеством дополнительных вводных и особых правил. Игра не индивидуальная, а командная. Каждый из участников команды выполняет определенную функцию, а всего в Доте на сегодняшний день существует 113 различных героев. Это не считая воинов, которые управляются самим компьютером и называются крипами. Главная задача команды — проникнуть на базу противника и уничтожить его главное строение, тыры-пыры, растопыры, ну понятно. Ну какая это, блин, стрелялка? Это же моба. Не знаю, стратегией бы назвали уже в конце концов. Знаешь, почему я всех назвал солнышками? Почему? Потому что на солнышко нельзя смотреть дольше 5 секунд, а вот ты у меня луна, на нее можно смотреть вечно. Соблазнитель. И отправил эмодзи подгоревшего блинчика. Причем тут подгоревший блинчик? Надо встретиться. Зачем? Есть вопросы. Я не хочу есть вопросы. Она, ты даже не представляешь, как я жалею, что купила тебе этот блендер на день рождения. Я допиваю пельменный смузи. А чё, почему? Никто. Я иду на идиотскую ежедневную прогулку, чтобы поддерживать свое идиотское физическое, идиотское психологическое здоровье. Когда ты специально протянул руку продавцу, чтобы он дал тебе сдачу, а он кладет ее на стол. Привет. Никто не говорил, что ты воровка. Чёрт, эта история с трусами из Ашана вскрылась? Нет, все намного серьезнее. Про очки тоже, что ли? Я не жрала там виноград больше месяца. Блин, ты дашь мне нормально подкатить или нет? По-моему, девушка просто находится где-то на несколько уровней выше его. Уже давно поняла, что это подкат, раскусила и решила отшутиться, потому что уже прочекала все твои фотки, и ты ей не понравился. Чувак, если ты пытаешься использовать какие-то стандартные подкаты, и тебе отвечают примерно так, то, скорее всего, с тобой не хотят знакомиться. Есть проблемы с принтером? Обращайтесь в нашу компанию «Птица по вызову». За горстку сиц и немного чуханий сделаем все в лучшем виде. Самый большой кризис в жизни парня – это когда он не знает, хочет ли играть в компьютер или уже не хочет. В смысле не хочет? Бывает такое? Бывает просто, что нет времени.
А вот не хочет, это что-то первый раз такое слышу вообще. Если жизнь это вызов, то я перезвоню. Всё, до связи. Алло, кабан. Это Вован. Когда поспал 4 часа и со всей силы зеваешь и орёшь одновременно. Я тоже частенько так зеваю. На попуга посмотрел, зевнуть захотелось. Это я стараюсь выспать максимум из последнего выходного. Агрессивно спит. Я достаю телефон в любом общественном транспорте. Люди вокруг меня. Шо там? Чем ты занимаешься, кроме работы? Подтягиваюсь по вечерам. Круто, я тоже хожу в зал. Подтягиваюсь к пацанам на певко. Не одобряем, не одобряем. Все остальные на фото – Саня. Уважаемые покупатели, в унитаз бросать только туалетную бумагу. А говно чё, в карман складывать? Ну да, куда ещё? Чёрт, у меня нет карманов. Я. Что же произойдёт, если я силой согну эту штуку? Эта штука ломается. Я. Неожиданно, правда? Я так в школе гнущиеся карандаши ломал. Такой берёшь карандаш, вот этот зелёный, такой гнёшь его. О, прикольно, карандаш гнётся, потом такой сломался. Когда спустя неделю наконец-то собрал мозаику и вышел из комнаты на минуту. Как вы думаете, насекомые рождаются с сознанием того, что они могут ходить по стенам, или они просто однажды делают это и такие: «Воу, чё за фигня? Я Человек-паук!» Потом такой: «А, не, я просто паук!» Чем отличаются мальчики от собак? Варианты ответов. Мальчики чешутся, мальчики какают во дворе, мальчики нюхают попы, мальчики спят весь день, от мальчиков плохо пахнет. Будьте внимательны, это очень трудный тест. Походу я пёс. Краб ест луковое кольцо. Кто пишет: порой, когда я ем один, я включаю это видео и представляю, будто мы едим вместе. Так грустно. Ну не знаю, включил бы видос Геннадия Горина, где он что-то ест. И то веселее. Рис со вкусом плова. Цена 70 рублей. Этот мир прогнил. Рис со вкусом плова. Ясно, понятно. С ароматом плова. Нет, приготовил повар, у которого дед когда-то во Вьетнаме нюхал рис, из которого кто-то потом сделал плов. У меня важное место в природе. Я раскидываю семена, чтобы растения росли. Но это мой ковер. Я не виноват, что он не выдерживает жизнь. Мама, малыш, как дела? Ты кушаешь что-нибудь? Деньги есть на пропитание? Денег с каждым днем все меньше и меньше, материнская поддержка не помешала бы. Я просто спросила. Ладно. Ученые полагают, что разговоры с самим собой делают вас умнее. Да я гений, походу. Вообще-то я. Добрый день, Алексей. На вас наложили заговор на понос. Чтобы отменить заклинание, нужно отправить 299 рублей на этот номер. Удачи. У меня нет денег. Тогда колдую тебе понос. Неповторимая пародия, жалкий оригинал. Мы же срём деньгами. Ахаха, ору, это твои, мои у меня. А, AirPods в стиралке. То есть она закинула свои AirPods в стиралку, ещё и предъявила мужу за то, что, типа, это его AirPods. А ты не могла, во-первых, когда засовываешь вещи в стиралку, проверить карманы? А во-вторых, это же всё-таки твои AirPods. От этого ещё смешнее. Сидвей, дай знать, где ты находишься. Текстовое сообщение. Можно ошибиться в орфографии. Аудиосообщение. Можно ошибиться в орфоэпии. Ни с кем никогда не общаться, вот тот единственный безошибочный вариант. В этом доме может быть только одна звезда. Чё? Шоколад на яичницу? О, рецепт киндер-сюрприза. Туда ещё игрушку забыли положить. Сначала игрушку, потом яичницу, потом сверху шоколадку. Также жарят киндер-сюрпризы. Я завожу будильник. Будильник, как и полагается, будет меня. Я. Сволочь электронная. Идеального тату несущее... Ага. Какой мощный попуг. Завидуйте моей суперспособности. Я могу жрать всё, что угодно, и не худеть. Изи. Так ты же толстенький. Кому ты гонишь? А, не худеть! Вот я тупой, господи! Почему я прочитал «не худеть» и подумал, что не толстеть? А, вот это... я тупой. Простите. Алло, ты когда 800 рублей вернёшь?
ХЗ, наверное, 29 февраля, норм? Окей, отлично. Ну, ждем 29 февраля. Пахнет обманом. Вся жизнь — это столовые приборы, а я в ней та самая одна вилка, которую обычно никто не хочет брать, потому что ей не так вкусно. Ну, она какая-то не такая. Я лучше другую возьму, если еще есть чистые. О, я тоже обожаю читать. У тебя есть любимые книги? Да, 1984. А чё так много? Хе-хе, Dead Inside. Ну, 1984 крутая книга, кстати. Только 1% людей могут найти здесь попуга. Офигеть, он тут вообще есть? Сонные шарики. Хватит нам совать манго вместо попугов. У меня все силы идут на то, чтобы найти в себе силы. Я купил новые штаны. Ты попуг? Молодец. Только, по-моему, они тебе великоваты. Когда я умру, и вы будете просматривать мою историю браузера, вы будете разочарованы, потому что найдете лишь определение очень простых слов, которые я искал, чтобы удостовериться, что правильно их употребляю. Антресоль. Как стыдно. Ты попался в зевательную ловушку. Я говорю маме, что у меня депрессия и нет настроения. Мама, у меня есть решение. Я иду мыть посуду. Это попуг удачи. Вам не нужно ничего делать, чтобы удача к вам пришла. Как только вы его увидели, удача всегда будет с вами. Спасибо за попуга удачи. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А также приобретайте нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир», и которая доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.